Ланосос на продажу. 2 дні подготовочки до грунта и покрасочка. И что ж тут под карбоном? Попочка! Вот такая попочка! Ну да, ну да. Попотолечка! Во! Капот, что-то было. Тут. Процесс идет, процесс идет. Под молдингами сейчас протянем. Вот оно. Сейчас главное забить глубокие неровности, потом перетянем и понижение по наждачке, и все. Погнали дальше. Так, друзья, уже капотик практически почти. Уже. Тут уже под 120-очку. Практически. Дело идет. Тут. Ну, быстрый вариант. Как? 2 дня работы. И под грунт. Вот. Идем дальше. А, на той стороне сейчас покажу. Это уже спустя 4 часа. Тут пороги под гравик. Вот так вот. Погнали дальше. Ну вот и пришло время загрунтоваться. Наносим базу.
первый слой лака. Второй слой лака завершающий.
Банка краски тоже была дешевая, то есть на продажу дорогую на вол там или брать нету смысла. То есть была фирма Тресила, ушла ровно банка у меня, даже чуть-чуть осталось, кроет нормально. Банка краски стоит, ну в гривнах это 400 гривен, 380-400 гривен. То есть бюджет по автомобилю на покраску ушло, банка грунта 200 гривен, там шкурки гривен на 300, растворитель тоже дешевый был, вот, фарбитовский. То есть никто сильно не тратился на эту машину, ну и достойно по сути получилось. Вариант дешевый уже сделали. Два слоя лака, ну полтора. Тут даже три волонули. О, как растеклось. Под полировочку. Огонь! На блин, да? Туда. Быстрый вариант, без разборки, без ничего. Ручки все уклеили. Друзья, знаем, что делать. Лайки ставим, на канал подписываемся. Всем пока, до новых встреч на моем канале.